Добрый день. Такс. Опа. Ну, чтобы завести, поворачиваете ключ, обязательно на тормоз и на стартер. Чтобы поехать, ручку вперед, загорается лампочка Эль. И на газульку. Нейтралка задняя. Здесь у вас ограничитель скорости. Как его ограничить? Чистая механика. Вот это вот, да. Откручиваете контрагайку, закручиваете, меньше на газульку давит, медленнее будет ехать. Ну и, соответственно, радийский контроль. Здесь, в принципе, одна функция. Это заглушить на расстоянии, на открытый замок нажимаете, он глохнет. И также можно на расстоянии завести два раза на молнию. Да. Это моточасы, это прикуриватель. Вот, значит, смотрите еще. Если будете глушить с кнопки, возвращайте ее назад. Иначе он не заведется. Здесь у вас снизу чека аварийная. То есть это, по идее, привязывается к ребенку, к поясу. Вот. Ну, если там, не дай бог, он упадет, просто чека выскакивает, здесь микровыключатель стоит, и он глохнет. 2-3 бака откатаете, надо будет поменять масло. Вот, чтобы поменять его, у вас здесь вот есть щуп, он же еще и заливная горловина, можно так сказать. Снизу пробка сливная, снизу сливаете, снизу, да, заливаете через щуп. Вот, бензин смотрим чисто визуально, открываем бак и глядим. Здесь у вас идет зарядное устройство. А зарядное устройство для чего? Для аккумулятора. Да. Если он долго стоит у вас, то, в принципе, можно его... Там два крабика подсоединять к аккумулятору и в розетку. Угу. Я понял. Вот, и он у вас будет заряжаться. Да, то же самое. Получается, правильно? Да. На тормоз и на сапер. Так, по чехлам. По чехлам. Так, они одинаковые? Да, одинаковые. Два чехла, это как раз именно на этом. А он вытягивается, да, по низу еще? Да, да, он вытягивается. Да. Все. Как бы они одинаковые, поэтому эти чехлы тоже одинаковые. Так, по экипировке. Вот смотрите, так. С чего начнем? С чего-нибудь. С черепах. Он весь регулируется, весь на липучках. А какой возраст можно нацепить вообще? Не знаете, с какого такого? Ой, даже, честно сказать, и на маленьких берут, и на больших. Какую цену он идет? 2,5. Черепаха, да? Да. Значит, 2 берем. Защита рук-ног. Токсовские. Они хочу. 1200. Ну, комплект там. На ноги и на руки. Надо брать. Так, перчатки тоже будете брать? Одинаковые, да? Да. По цвету одинаковые. Нету разных. По цвету сейчас посмотрю. Так, длинные. У меня единственное, что, скорее всего, только короткие черные остались без пальцев. Без пальцев? Да. А так они синие все остались. Толкает на нейтралке, а другой гоняет горелый. Так, ну вот шлем такой вот есть. Не, он небольшой, эска. Они все стандартные, подростковые. Катайтесь на здоровье. Спасибо за покупку. Спасибо. Ладно, до свидания. Спасибо.